Кремль рассчитывает найти Доку Умарова в ближайшее время. Об этом заявил специальный представитель президента Дмитрия Медведева по вопросам борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью Анатолий Сафонов. По его мнению, Умаров находится на территории России, и вопрос его задержания – дело техники. Примечательно, что подобные заявления российские силовики делали неоднократно. Однако обнаружить руководителя чеченского подполья им так и не удалось. Его семье